Виновным или невиновным? Вы признаете подсудимого по пункту первому обвинения в убийстве? Невиновен. Дело слушается частями, Брайан. Что я могу поделать? Что? Подожди, Брайан. Конечно, у меня есть кое-что для тебя. Погоди секунду. Ладно, Брайан. Знаешь ты, Джейк? Здравствуйте, мисс. Мое убийство. Мне надо... Простите, алло? Джейк, Джейк, она уже закончила? Мисс, ваш суд закончился? Да. Отлично. Брайан? Спасибо, мисс. До встречи. Простите, мисс. Ну ты ведь знаешь, Брайан, как говорят, первое правило распределения адвокатов. На дела с психопатами всегда ставь девочек. Ладно, я позвоню тебе позже. Гарри, как ты? Да, послушай, мне нужно огромное одолжение. Адвокатское бюро, добрый день. Что значит, это моя очередь делать тебе одолжение?